Привет! Сейчас расскажу об отличном рецепте при болях в нижней части спины. Радикулит, последствия ущемления седалищного нерва, болит спина в пояснице и так далее. Это шикарный, старинный, действенный рецепт. Для него нам необходимо два компонента. Первый компонент – это очищенный керосин. И второй компонент – это обычная красная свекла. Ну вот так это все выглядит. Итак, берем свеклу, таких себе средних размеров. Идеально нужно ее помыть, чистить ее не надо. Щеткой берем ее со всех сторон, моем, отрезаем верхнюю и нижнюю часть. Все, наша свекла готова. Берем ее прямо со шкуркой, перетираем на мелкой терке. Отжимаем сок. Сок выбрасываем. Нам остается только жмых. Жмых должен быть свежайший. Берем эту нашу субстанцию нашей свеклы. Дальше берем одну большую ложку нашего керосина. И все хорошо еще раз перемешиваем. Все, подготавливаем какую-то ткань, которая полностью покроет вашу больную зону в нижней части спины. На ткань раскладываем нашу массу. Теперь необходимо эту ткань осторожно зафиксировать на больное место. И потом еще хорошо все укутываем нашу спину теплым шерстяным шарфом. После того, как вы все зафиксировали, не ходим, сразу идем спать. Оставляем все это на ночь. Так делаем каждый день. Где-то от 2 до 5 сеансов будет достаточно. До новых встреч на моем канале. Не забудьте поставить мне лайк, если вам понравилось это видео. И встретимся еще.